Что ж, всем привет, с вами Дива, добро пожаловать на мой канал. Я не удержалась и захотела посмотреть сразу и вторую серию Мистера Транса с очень интересным названием. Я, естественно, его перевела, спасибо, был переводчик. Сделай косметический ремонт в своей жизни. Что-то редекора ту вида. Да, как вы поняли, да, испанский, хотя вы, наверное, не поняли, испанский мультик, мы продолжаем смотреть, не понимая, что пишут, что говорят, но просто с невероятнейшим мистером Трансом, просто прекраснейшей нашей пальмочкой, вот, с прекрасным музыкальным сопровождением, вот, прекрасной анимацией и прекрасным опенингом, тут все прекрасно в целом, как бы, да, я даже говорить ничего не буду, поехали смотреть. Ну, в смысле, я так говорить буду, вот, просто я больше ничего говорить не буду во вступлении, потому что мы уже начинаем смотреть. Троп, 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 троп. Мистер Транс, Транс, Транс. Этот опенинг просто восхитителен. Con su fluir te puede contagiar. Elegante siempre está, no problemas los verá con su actitud, todo puede cambiar. Y corre Транс, sigue Транс. Вот и сейчас весь ТикТок. Ну, просто невероятно харизматичный и обаятельный. Мой. Это, кстати, его мама, не бабушка. Я об этом узнала недавно. А? Тройна. Мебель. Все разваливается. Двадцать процентов. А, скидки! 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 Yes. Mr. Trans, Trans, Trans. Транс, транс, транс. Бабусика! Скидосы. Чпок, чпок, чпок. Так, какая-то система итальянская. А может и нет, я не знаю, я никогда в мебель не покупала. Вот, это как у нас, как бы. Это, знаете, до поры до времени, потом перемкнет и все это же. Ого, набрал сколько. А? А, вот что это список. Нервная. Поиск. Мадамочка какая, спокойно. 50%, 30%, это скидосы. А, срывай. А доставка там не оформляется? В целом нормально. А, нельзя так вести, да? О, блин! А вы представляете, если он сейчас сэкономил? То есть он сейчас сэкономил на мебели, но этот штраф, короче, будет за такую сумму выходить, как если бы он купил мебель по полной стоимости. Или дороже! О! Еще и усилия потратил. Ну, видимо, нет, видимо, все нормально. Сборка. Не то взял. Третью забыл. А!
инструментов не хватает. Еще и вешалка сломалась. О! Это явно не то. Что? О! Неплохо. Нет! О, даже у меня бессилие какое-то. А у него нормально. Go Trans! Сейчас. Книги? Швабру поставил, тут книги. О, нет, все же хорошо было. Нет. Ну, он же столько накупил по скидкам. Так, что ж, это было очень... даже мне стало тяжело от того, что, все рушится, нужно ехать, брать, и потом, когда ты взял, оно не подходит, нужно опять ехать, нужно это все собирать, и оно ломается, и у меня, даже я прям максимально прочувствовала, у меня руки опустились, и он такой, княжульки, сейчас все исправим. Ребят, спасибо огромное за просмотр. Я не знаю почему, но мне ужасно интересно это смотреть, даже учитывая, что некоторые слова я не понимаю, но в целом по анимации все ясно, весь как бы смысл происходящего в целом понятен. Вот, и это очень здорово, мне нравятся такие анимации, которые можно даже не вчитываясь в текст, не вслушиваясь в диалоги, хотя их даже нету, ну кроме... Можно понимать, что происходит, это очень здорово. Вот, я хочу напомнить, что ссылочка на оригинал будет в описании, вот, твой лайк очень приветствуется, комментарий можешь какой-нибудь оставить, вот, например, видел ли ты тренд в ТикТоке, да, почему нет, этот опенинг, блин, оно называется, конечно, не опенинг, но я не знаю другое название, вернее, я сейчас конкретно его не помню, поэтому я буду называть его опенинг, вот, начальная заставка, нет, не начальная заставка, нет, пускай будет опенинг, так оставим, вот. Что я говорила? Так, лайк будет очень здорово, комментарий круто будет, колокольчик, если вдруг. Вот, и подписочка будет очень кстати, и все. Пока-пока-пока!